Каждый день, когда человек просыпается, каждый день человек рождается вновь. В тот момент, когда человек просыпается, первую ошибку, которую он совершает, он начинает думать. Не совершайте этих ошибок. Когда вы просыпаетесь, постарайтесь настроиться на радость, что вам тепло, что вам уютно, что вы хорошо поспали. Постарайтесь не допускать к себе негативных никаких элементов, ни в сердце, ни в голову, ни о чем не думать. Перевернитесь на другой бок, еще немножечко полежите. Какие ошибки мы совершаем и как мы себя теряем? Мы теряем себя в случае, если вы утром подскакиваете и убегаете, или утром встаете и дисциплинируете себя. Утро создано для того, чтобы быть прообразом очередного зарождения жизни. Утро — это начало нашей жизни. Когда ребенок рождается, то первое, что он начинает делать, нюхать, он начинает ждать тепла и так далее. Поэтому в этом случае человек находит себя. Если он утром, проснувшись, не торопится ни с мыслями, ни с воспоминаниями, ни с тем, что вы должны сделать на протяжении дня. Чего не допускается делать, когда человек просыпается? Не допускается думать о плохом, не допускается вообще думать. Необходимо сосредоточиться сенсорно на тепле, которое вокруг вас есть. И не особо ни о чем не думать, а немножечко, как это называется, понежиться. Посмотрите, как коты просыпаются, они тянутся, они еще немного лежат. Таким образом, человек обретает то, что я называю внутренним покоем или элементом внутреннего спокойствия или зоны комфорта. Обретайте вот такую зону комфорта, не вскакивайте по утрам, так вы найдете в себе самого себя.